Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себе паяк. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя ледяная дива. Иду сквозь нотные топы, и снились твои слезы, замерзшие в окнах. Но уже девочка не плачет, тебя обниму, мает мечи твои стены, тебя не найдут. Но уже девочка не плачет, тебя обниму, не отдам никому, и с тобой тут труд, моя девочка. Начнем с того, что это, во-первых, будет арена ВТБ, да, и мы планируем, ну, действительно поехать с этим туром 22 города, города-миллионники, ну, вот буквально все те города, которые у вас здесь висят, ну, часы, да, пожалуйста, Петербург, там, да, ну, вот Омск, Магадан, в общем, список есть, да, и Екатеринбург, да, вот, пожалуйста. И это будут действительно большие площадки, и сцена... Сцена космолет? Нет. Ну, это такая, знаешь, как летающая тарелка. Летающего объекта какого-то. Вот. Ну, на самом деле там будет много новшеств. Я просто в этом каждый день нахожусь, каждый день. Это как, там и кино протекает уже. Процесс, работа, да. И кино, и... Никак не пойму жанр. Мюзикл, кино, тут просто что-то на все и фэнтези вживую. Рассказанное вживую. Ну, то есть... Будут 5, скажем так, отрезков, 5 отделений, каждый из которых будет олицетворять какое-то настроение. То есть какую-то часть там,
То есть не реальные события из жизни, да, а просто, да, впечатления, ощущения, да, мысли. Да, да. Ну и музыку, конечно, я ставлю мой коту, который мы слышали давно. Вот, собственно, исполненную. Ты по-настоящему в Костке никогда не собирался? Ну, я слышал этих людей, которые стояли в очереди, когда появился этот туризм. Ну, а Гузарова улетела. Она прилетела! Нет, физически реально люди собирались, когда это стало доступно, когда это стало стоить, там, типа, ну, Брэнсон там предложил, да, эту историю, стоить стало где-то 250, по-моему, тысяч долларов. Вот, и я даже слышал, там кое-кто билеты себе пытался купить. Ну вот, по-моему, это накрыли сейчас, пока все минуты. Нет, кто-то там поделился. Ну, у нас есть возможность, если хочешь договориться. Японец какой-то, да. Через нас. Послушайте, я уже в космос. Давайте, ребят, последний песня, к сожалению. Планета Билан впереди, нас в феврале, а сейчас продолжается концерт. Так, ну хорошо. Хорошее название для концерта. А давайте, это была любовь, попробуем сейчас. Да. Все так круто. Готовченко? Да? Когда? Сейчас? Сейчас? Да? Да, да. Знаете, чтобы не обломаться лишний раз. Так. Уже совсем новое звучание. И вот прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот уже. Вот уже прямо здесь. А давайте танцевать. Ну, сейчас нужны голоса ваши.